Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Хочу задать еще один вопрос. К чему вы стремились, когда пошли на карате? ОС. Я стремилась потратить свою максимальную огромную энергию, которую у меня всегда было очень много. А потом, когда время начало подходить к такому, как разум, я стала думать, как же эту энергию можно потратить в правильное русло. И тогда я сконцентрировалась на том, чтобы становиться чемпионкой, призеркой различных турниров. И всю свою энергию тратила вот туда. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС.